Всем привет! Замок Хальтур – дворцовый комплекс в стиле барокко в Хальтурне в районе Нойзидль-Амзее в Бургенланде, к востоку от озера Нойзидль. Дизайн парка в стиле барокко восходит к периоду строительства Карла VI около 1737 года. Он оставался практически неизменным до XIX века. Его остатки сохранились в партере перед южным фасадом. Сегодняшняя концепция – это английский сад, спроектированный примерно в 1900 году. При эрцгерцоге Фридрихе, тогдашним директором сада дворца Шонбрунн Антоном Рундеттом. Парк является одним из важнейших памятников садовой архитектуры в Австрии и как таковой охраняется как памятник. Замок был построен между 1701 и 1711 годами Иоганном Лукасом фон Хильденбрантом, охотничий домик для императора Карла VI. При его дочери Марии Терезе он был перестроен придворным архитектором Францем Антоном Хильденбрантом и стал летней резиденцией Альберта Саксен-Тешенского и эрцгерцогини Марии Кристины в качестве губернатора Венгрии. К этому же периоду относится и потолочная фреска «Аллегория времени и света», выполнена Францем Антоном Маульберчем по случаю их свадьбы в 1765 году. В 1945 году замок был разграблен советскими оккупантами, а в 1949 году практически сгорел. Уцелела только средняя часть главного здания. Боковые крылья постепенно реконструировались. Замок перешел во владение барона Пауля Вальдботта Бассенхайма в 1955 году в наследство от Альбреха фон Остерехтешена, сына его сестры Марии Алисы. Благодаря расширению деятельности виноградства и виноделия были основаны винодельня Шлосс Хальтурн, который после смерти Вальдботта Бассенхайма в 2008 году управляли его племянник и приемный сын Маркус и жена Филиппа. Комнаты замка также используются в качестве выставочных площадей и для концертов в замке Хальтурн. Замок является памятником архитектуры и внесен в австрийский список культурных ценностей.
Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln richtig. Es riecht so gut.